Вітаю! В ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Скоро в Одесі з'явиться новий пляж для інвалідів. Його облаштують в районі пляжу «Дельфін». І сьогодні в нашій студії автори ідеї, засновник компанії «Дегаз Груп» Юрій Дегас. Вітаємо, Юрію. А також консультант проєкту компанії «Дегаз Груп» Соломон Соловйов. Добрий вечір. Вітаємо, Соломоне. Юрій, вам перше питання. Як взагалі з'явилася ідея облаштувати такий пляж та скільки років ви вже працюєте над цим? Сама идея появилась в 2017 году, как мы стали арендаторами этого пляжа. Он изначально там был, но это был небольшой кусок для людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями. Появилась мысль сделать там, где чуть дальше самого пляжа Калитон, есть большой кусок подпорной стены, где нет ничего. Оборудовать его и сделать первый в стране специализированный пляж, такой, которому нет аналогов нигде. Вот. Для людей с ограниченными возможностями и просто для людей, абсолютно для всех. Ну, чтобы это было знаковым местом и гордостью Одессы. Какая его будет территория, та какие строки вы сейчас разглядаете, когда сами начнете работать? Протяженность его будет практически 250 метров. Там будут пандусы, лифты, съезды, абсолютно все предусмотрено. Реализовывать начнем уже. Городской голова помогает нам в этом, и я думаю, что в сентябре месяце мы уже начнем все делать. И запустим, я думаю, к следующему купательному сезону, я думаю, май месяц мы сможем реализовать это уже. Дякую. Ми ще повернемось до теми самого проєкту. Спочатку, я знаю, що Соломон підготував статистику та інформацію взагалі, що наскільки, які побажання були у саме людей з інвалідністю та яка зараз цим ситуація і в Одесі, і взагалі в Європі? Ну, ідея Юрія і нашої компанії «Дегаз Груп» була прийнята очень как бы, да, живо всеми людьми, которые связаны с темой, с людьми ограниченными возможностями в Одессе. Несколько, да, обществ помощи инвалидам, инвалидам детства, инвалидам по состоянию здоровья. На сегодняшний день так получается, что в Украине около 3 миллионов людей по всей стране являются в той или иной степени инвалидами первой, второй, третьей группы. И из них, то есть это порядка 6-6,5% от всего населения Украины. В Одесской области это 142 тысячи человек. И в самой Одессе это порядка 55-56 тысяч человек. Из них порядка 2-3 тысяч детей, инвалидов детства. Какие им умовы сегодня потребны для відпочинку? Да, то есть необходимость в таком современном пляже, который может быть реализован и осуществлен, то есть здесь нет противоречий, да, что это будет некий проект, который не будет востребован. То есть мы понимаем, что все технологии, которые на сегодняшний день разработаны в мире, их достаточно много. В первую очередь это вот Соединенные Штаты Америки. Вот Юра сказал, что будет пляж 250 метров. В Соединенных Штатах Америки самый длинный по протяженности пляж находится в штате Калифорния. Называется Rehab Point. 900 километров пляжной зоны полностью выделен в Калифорнии. А какие самые проекты брались за основу, чтобы... Ну вот, калифорнийский проект, да, Rehab Point. Потом самый, наверное, известный инвалидный пляж, созданный ветеранами, по инициативе ветерана Вьетнамской войны, то есть это было в 70-х годах. Он называется Freedom в Мексике, да, то есть на побережье Мексиканского залива. И там полностью, помимо там специальных пандусов, специальных лифтов, специально оборудованных площадок для того, чтобы колясочники, да, как бы никаким образом не испытывали проблем с движением, специальные пандусы, входящие в воду, специально оборудованные отделения для дайвинга, для подводного ныряния. То есть нет ни одной, то, что называется в английском языке, facilities, да, ни одной возможности на инвалидном пляже Соединенных Штатов, которые различались чем-то с людьми, как бы обычными отдыхающими. И вот, наконец, в Австралии есть такой Нелли Бич, тоже флагман. Всего в мире порядка 10-15 проектов, на которые мы обратим внимание, с чьими консультантами, специалистами, если получится, мы свяжемся, получим какой-то их большой опыт. Также в Португалии 3 года назад
открылся первый в истории специализированный пляж, который делает акцент на слепых инвалидов. Ну, и он оборудован специальными датчиками, вот, которые вот Юрий уже сейчас в нынешнем проекте мы предусматриваем, что все люди, приезжающие на пляж, оборудуются специальными браслетами, подключаются к единой системе навигации, и диспетчер смотрит, если слепой человек, чтобы он не потерялся. Це дуже цікаво, західноєвропейський, взагалі світовий досвід у розпрацюванні цього проєкту. Наскільки побажання саме наших одеських та українських інвалідів також беруться до уваги, наскільки з ними налажена взаємодія та діалог? Ми общались, ми проводили ряд зустріч з обществом інвалідів, з різними людьми, с архитекторами, конструкторами, с какими проблемами они могут столкнуться. Ну, основные – это проблема самого купания. Это съезды, комфортный подъем. Вот. Поэтому появилась идея даже создать там небольшие бассейны для тех, кому ну, совсем тяжело, да, спускаться в море. Чтобы они могли спускаться в море и все равно посидеть там. Ну, не все могут все равно поплавать. Вот. И я думаю, что мы все сможем это осилить для того, чтобы сделать на 100% им это комфортно. Я так понимаю, это взагалі повністю ваша ініціатива. И розкажіть докладніше про сам проект. Як ви це бачите? Изначально это будет один единый комплекс, да, совместно с Калитоном. Он не будет разделять людей, каких-то ограничений или кому-то. Это общий, доступный для всех проект, который люди могут спокойно, комфортно отдыхать. Люди с инвалидностью, без инвалидности. Это социальный проект. Там не будет платных на этой территории платных услуг. То есть ни шезлонги, все будет, полотенце, все будет выдаваться для людей безвозмездно. Вот. Плюс мы хотим реализовать эту идею с браслетами с тревожной кнопкой для людей с инвалидами. Там будет постоянно дежурить медпункт, который мы хотим сделать. Будут специальные раздевалки, санузлы и вот, собственно. Чи буде ще додатково пісок завозитися для цього пляжу? Конечно. Тому що і що там зараз взагалі? Які перші етапи взагалі будуть? На даний момент там нет нічого, тільки підпорна стіна. Перший етап – це реконструкція самої підпорної стіни, укріплення її для того, щоб її відновити в ізначальний вид базовий, який потрібен для цього. Далі – це роботи по настилом и дорожкам, по которым люди, колясочники и все смогут передвигаться. И потом, конечно же, песок вот, искусственным методом, автомобилями привозить. Щодо въездов, входу до пляжу, где это будет все влаштоване и как будет связок с, ну, можливо, с трассой, здоровье? Там уже сейчас на маленькой части пляжа есть небольшая парковочка, куда могут на машинах подъезжать и выгружать людей с колясками, как бы, и сами люди. Плюс мы хотим расширить эту парковку для комфортного съезда и большего обеспечения людей с разных районов. Будет центральный въезд, будет большой широкий пандус для спусков, будет даже предусмотрен лифт. По центру самого пляжа будет лифт, по которому можно будет спускаться. Несколько лестниц с разных сторон и 4 спуска пандуса в море. Ну, для того, чтобы сейчас на данный момент, к сожалению, он один, и образовываются все равно очереди. Для этого с разных частей пляжа будут центральные пандусы в воду. Соломон, якщо можете додати щось до самого проєкту, та взагалі, якщо вже з 17-го року така ідея була, з чим зіткнулося, чому не, ну, досі не вдалося ще дійти до того, щоб перейти до самобудівництва? Відкладали чи проект, чи можливо цю інформацію збирали? Ми збирали інформацію. Ми точно розуміли, як з'єднати нинішню інфраструктуру пляжа, да? Тому що зараз це достатньо насыщенная территория. Это один из ведущих пляжных комплексов в Одессе, да, с большим количеством отдыхающих. И надо очень точно, во-первых, как бы, да, подготовить персонал. Это будет отдельное условие по обслуживанию. Да, просто люди должны понимать и вообще знать всю эту тему. Да, потому что сезон достаточно как бы, короткий, и в него все равно нельзя как бы, да, делать какие-то наработки. Вот, наконец-то, подошло время, то, что называется, время пришло. Да, появились возможности и финансовые, и благословения городских властей, и, ну, то, что называется, на текущий момент пока все идет достаточно оперативно. На какие строки розраховуєте в плане будівництва самого? Ну вот, Юра, я думаю, что он сказал, что начало следующего сезона будут какие-то уже основные контуры. Хотим к маю месяцу запустить его.
Тут надо соединить, вы поймите. В несколько этапов, но запустить. Пляжная инфраструктура, она работает 4 месяца. Ну, от 3 до 4, в зависимости от погоды. Поэтому консервируется сам пляж, да, Калитон на зиму. Да, и, соответственно, его надо развернуть, подключить новую, условно говоря, да, территорию, завести туда полностью обслуживающий весь персонал, завести коммуникации, воду, да, там, настилы, доны. Это все как бы в тестовом, слишком маленький срок, если у нас было бы там 6-7 месяцев пляжного сезона, можно было бы это сделать и побыстрее. Вы уже казали про бассейны. Яка ще инфраструктура будет саме на пляже? Чем буде обладнана? Можливо, якісь майданчики додаткові? Будет несколько детских площадок в двух концах. Инвалиды детства, я вам сказал. Это для просто людей, как бы, потому что все равно отдыхающие ходят, как бы, и нет проблем. Ну, должны отдыхать все. Ну, нет никаких ограничений. Две детских площадки будут по всей территории. Скамеечки, настилы, тенты для от солнца. Вот. По всему периметру будет длинная пешеходная прогулочная зона для того, чтобы могли передвигаться в разные стороны. Торговли там не будет на территории пляжа. Это не коммерция, как бы. Какие-то коммерческие раздевалки тоже. Раздевалки. Душевые. Санузлы, душевые, вот, как бы, вот это займет много времени коммуникации, сама настройка этих всех процессов. Якісь, можливо, умови для спортивних занять, тому що ми знаємо, що інваліди також, вони спортом також займаються, є паралімпійці. Да, есть желание сделать большую спортивную площадку, я сам спортсмен и с детства очень болею этим, наверху. Выше пляжа Калитон. Ближе до трассы здоровья. Да, так. На трассе здоровья, если будет такая возможность и снова же одобрение, то я снова же своими финансовыми возможностями обеспечил это и создал бы большую тренировочную площадку. Там, турники, брусья, штанги, ринг даже поставил бы. Тобто такий, можливо, навіть спорткомплекс. Ну, да, такой небольшой, там, на 100 квадратных метров, там, с матами, для того, чтобы можно было полноценно заниматься всем желающим. Прогулюються тисячі людей кожен день. Як зараз відбувається процес збору, документації, проєктування? Ви казали, що місто йде на зустріч. Чого очікуєте, можливо, в найближчі місяці, ще до самої осені, коли розпочнуться роботи? Що потрібно зараз робити? Зараз проходимо согласування з інженерною защитою, для того, щоб вона дала рекомендації, як правильно і потрібно укріпити саму підпорну стіну. Вийдемо на малый совет для того, чтобы получить согласование, что мы соответствуем всем нормам, правилам, как это должно быть. Большое количество архитекторов и проектировщиков работает, потому что вода – это очень нестабильная. И для того, чтобы его сохранить… Это стихия, так. Да, стихия. Его сохранить, может быть, нужно будет увеличивать чуть-чуть волнорез, потому что там есть боковое течение. А чи проводились там такие геодезичные, можливо, экспертизы? Да, проводилось измерение глубин и течения, и направления. Смотрели на протяжении 20 лет, как, что происходило с этим куском пляжа, куда двигалось, потому что когда-то там тоже привозился искусственный песок. Очень много будет укрепительных работ для того, чтобы его не смывало и оно держалось. А щодо, до речі, таке питання, можливо, не саме про пляж, але побережжя це дуже стосується як забруднення моря взагалі. Зараз ми бачимо, яка ситуація. Це здебільшого через цей танкер «Делфі», який вже більш ніж півроку не можуть зібрати. Ну, це не від вас залежить, ми це розуміємо, але на туристичному сезоні це також позначається. На майбутнє, можливо, в рамках пляжу також є бажання чи влаштувати якісь, як це сказати правильно, для очищення самої води, моря? Можна думати, чому ні. Головне – обоюдне бажання бізнесу і властей. І щодо бізнесу, взагалі, також дуже цікаво ваше взагалі враження, чому саме вирішили займатися, тому що це ваша ініціатива повністю, це не за гроші міста. Ініціатива? Я такий з немногих орендатор піска, як і всі остальні, але хочеться, ми всі заробляємо з цього гроші, правильно? Ну, потрібно ж робити і для людей теж. Нельзя тільки самому заробляти і при цьому не робити нічого. Поэтому хочется сделать хороший, большой проект для людей, чтобы не стыдно было никому смотреть в глаза. О том, что, у нас народ говорит, захватили все пляжи. Вот хочется сделать и построить еще больше кусок, чем там, где ты зарабатываешь, для того, чтобы это было правильно.
Дуже дякуємо. Можливо, щось для висновку так додати. Ну, Юрій все сказав. Я просто можу сказати, що в течение 4 років, поки компанія «Дегаз Груп» є орендатором вот этого песка, как Юра сказал, да, под брендом «Калитон», я абсолютно уверен, что тот уровень сервиса, пляж «Калитон», каждый год получает сертификацию «Голубой флаг», да, это высочайшая квалификация пляжной индустрии, да, мировой. И я уверен, что ну, вот ничего не изменится от того, что вот сейчас будет такой проект, да, благотворительный или социальный, как угодно его можно называть. То есть все возможности, весь сервис, весь персонал, все условия, все наработки, которые в течение 4 лет, ну, судя по отзывам, да, не вызывают ни у кого никакого раздражения и замечаний по деятельности нынешнего пляжного комплекса «Калитон». Просто это будет еще одна зона, социальная, где будет социальная зона, но это, как бы, знаете, это нормальная история иметь вот такую социальную территорию на базе уже имеющегося коммерческого комплекса пляжного, которым является «Калитон» сегодня. Дуже, дуже приємно поспілкуватися, добрі ініціативи, ну, віримо, що все вийде, як бажається, і все буде добре. Дуже дякуємо, що прийшли до нашої студії. Сьогодні в нас в гостях засновник компанії «Дегаз Груп» Юрій Дегаз. Дякуємо. А також консультант проєкту компанії «Дегаз Груп» Соломон Соловйов. Дякуємо, спасибо. Соломоне. Мене звати Дмитро Богомолов, ви дивили студію «Репортер». Залишайтеся з нами.